Ну а сейчас в США там первый раз за всю историю страны состоится казнь заключенного с помощью азота. Она запланирована на 25 января. Об этом говорится в судебных документах. Такой способ казни власти одобрили еще в 2018, но до этого момента его не использовали. Алабама разрешила казнь азотом в связи с нехваткой препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций. Суть метода заключается в том, что человеку на лицо надевают маску, соединенную с баллоном с азотом, чтобы он не мог дышать кислородом. После этого у приговоренного наступает гипоксия, что приводит к летальному исходу. Отмечу, в состав воздуха, вдыхаемого человеком, входит 78% азота, но при вдыхании с кислородом он безвреден.